Сегодня я готовлю очень быстрый и простой заливной пирог с капустой и с яйцом. Что мне для этого нужно? Я сейчас готовлю тесто. Для этого мне нужно одно яйцо взбить, стакан кефира, обычный стакан 250 миллиграмм, сода, чуть-чуть на кончике ножа брошу ее в кефир. Кефир погасит соду. И стакан муки. Сейчас готовится у меня уже начинка. Я предварительно отварила яйца. И тушится капуста. Капусту тушу просто. Нарезала. Добавила лучка в маслице чуть-чуть. И просто до мягкости тушу капустку. Когда она чуть-чуть остынет, я просто перемешиваю с вареными яичками, яйцами, и начинка будет готова. Итак, разбиваю одно яйцо. Так. И перемешиваю его венчиком. Взяла такую глубокую мисочку для миксера, чтобы удобно было переливать, так как тесто будет жидкое. Яичко размешала. Так, теперь беру соду на кончике ножа. Ну, не на кончике, ну вот где-то примерно пол чайной ложки. И бросаю в кефир. Также сразу перемешиваю в кефирчике. Сода гасится. Так. Вон даже пузыри пошли. И переливаю к яйцу, так как одно яйцо. Кефир у меня свой. Делаю его из молочного кефирного грибочка. Или как его еще называют, тибетский гриб. Это свой домашний кефир. Можно делать, конечно, из магазинского. Так, перемешали. Теперь постепенно буду добавлять муку, чтобы не было комочков, и постепенно замешивать. По чуть-чуть. И так продолжать. Замешивать будет жидкое тесто. Вот такое вот жиденькое тесто получилось. Как густая-густая-густая сметанка стекает. Все. Сейчас у меня доготовится капуста. Чуть остынет. И будем собирать пирог. Так, итак, начинка готова. Капуста почти остыла. Я сейчас вот нарезаю 3 яйца. Нарезаю я их такой интересной штучкой. Быстро и просто. Вот. Вот такой штукой. Так, раз. И сразу сюда. Вот так. Так, все 3 яичка. Так, все, начинка готова. Я капусту солила предварительно, когда ее тушила. Теперь просто перемешиваю. И наша начиночка готова. Итак, что нам еще нужно для этого пирога? Тесто готово, начинка готова. Нам нужна заливка. Для заливки нужно одно яйцо и 2 столовые ложки майонеза. И это все взбить. Забиваем яичко. Так. Взбивать я буду это вилочкой. Можно не солить. Майонез и так соленый. Просто взбила яйцо и добавила туда 2 ложки столовых майонеза. Это будет заливка для нашего вкусного пирога. Все, и вот так же вместе все это перемешивать, взбивать. Итак, заливка готова.
Предварительно нагреваем духовку до 200 градусов и начинаем собирать, собственно, наш пирог. Итак, выливаю в мою форму квадратную. Ниже я напишу рецепт и напишу размер формы. Выливаю тесто в форму. Тесто вылила. Теперь накладываю начинку. Просто сверху на тесто. Беру и выкладываю. Начинку можно слегка, чуть-чуть, ну вот как бы, не давить, конечно, сильно. Ну вот, ложечкой вот так, чуть-чуть слегка выровнять, скажем так. И все. Теперь заливаю потихонечку заливочкой. Постепенно, не торопясь. По всей капустке, по всей начиночке. Вливаю ее всю. Можно даже так чуть-чуть распределить. Пускай мне пока там стекается. Ну все, вот так распределили заливку. И теперь отправляю на 200 градусов предварительно нагретую духовку минут на 30-40. Шпажкой буду проверять на готовность пирога. Так, пирог готов. Нужно дать ему немножечко остыть. Вот такой красавец получился. Сейчас, когда он остынет, будем разрезать и пробовать. Ну вот, пирог и готов. Чуть-чуть остыл. Я его вынула из формы. Подкрутилась вот немножко. Потому что горячевато все равно еще. Чуть-чуть подостывший. Давайте смотреть и пробовать. Разрезаем. И смотрим. Вот такой отличный получается заливной пирог. Он не очень высокий, но тем не менее такие приятные, аккуратные кусочки будут. Удобно держать в ручке. Вот, вот такие кусочки. Разрезаю вот так. По-моему, очень даже вкусно и аппетитно. Выкладываем в тарелочку, наливаем чаек и зовем своих близких. Вот так все просто, доступно, из простых доступных продуктов. Заливной пирог с капустой и яйцом готов. Кушайте с удовольствием, готовьте с удовольствием для своих близких и родных. Всем приятного аппетита. Пока-пока.